Друзья, вы на канале Молния Кружится. Давайте мы с вами сегодня распакуем пакетики из троллей. И давайте. Первый берет. Кто это нам там выпал? Смотри. И показывай, кто это. Принц Ди нам выпал. Давай сейчас покажем мишкам нашим. Давай мешавку да открываешь. Так, сейчас мы вам покажем. Вот. Смотрите, принц Ди. Сейчас голову не видно. Так, вот голову еще покажем. Так, давайте откроем следующий пакет. Сейчас я его разрежу. Вот такой же. Хорошо. Кто-то нам выпал там. Кто это? Это кто? Ну это король Тиролекс, смотрите. Король Тиролекс нам выпал. Так. Кому же нашему? О, Миша, тебе выпала розочка. Так, подожди. Дай-ка посмотреть. Там не розочка или там не розочка? Нет, там была. Подожди. Да, там ручка. Давай, выбирай себе. Вау, какой ты красивый пакетик. Давай покажем ребятам. Вот наши пакетики. Давайте разрежем этот пакет. Королева желтая. И посмотрим, кто же там у нас. Вау, вот где. Смотрите, кто это. Опять принц Ди, смотрите. У нас повторки. Так, не разбирай там полную кучу пакетиков. Так, сейчас посмотрим, кто мне попал. Посмотрите, там еще отсканировать можно вот. И это нам попалась королева Рокс. Такого еще не было. Что там у тебя, Мишка, смотри. Так, давайте откроем вот такое. Смотри, какие красивые. Розочка? Как ты розочка? Да. Вот такая вот розочка, повторка. Такой. У нас осталось еще. Ой! Камеру шлепнулась. Так. Что у нас тут непорядочек? Хорошо. Так. Ну что у нас там не достается? Вон достался. Вау, уже карточка появилась. Ну, показывай, кто. О, это же салютик. Салютик темненький какой-то. Кто там у нас? Розочка. Опять розочка это. Так. Давайте этот пакетик еще разрежем. Так. Мишка, ты лучше показывай, ребятам-то. Ребятам же тоже интересно. Смотрите, это что? Это мы с вами открыли свитбокс в пакетике без мармелада. Ну, вот, давайте откроем этот пакетик, который нам там попался. О, нам там попалась букашка. Так это какая-то бумажная игрушка. Вот такая вот букашка. Маленькая слишком. Так, его положим и откроем следующий пакет. Ну-ка, дай-ка мне ножницы. Ой, нам попалась королева Рок со своей гитарой. Нам такая еще не попадала. Вот, смотрите. Давайте откроем с бликом. У нас уж все засолилось этими пакетами. Весь стол. Прибираться у нас там. Вот мы распаковали, кто ж нам там попался. О, это же блестка.
Ну, они крутые, эти карточки. Давайте распакуем следующий пакет. У нас больше пакетов не осталось. Для чего? А, нет. Такой вот сейчас мы с вами пакет распакуем с водочкой. Зайдет такой салют. И нам попался, это я сам персонажа придумал, салютиком, и такой это русал. Вот так я его придумал, имя русалчик. Ну что, наше видео сегодня подошло к концу. Давайте посмотрим, что у Миши. Ты карточку там не разорвал? Так, давайте покажем, что у нас тут. Ну еще, мы уже все показали, ребята. Так, ну, мне кажется, это не... А, нет, это... Я забыл, как его зовут. Смотрите, кто мне попался. Давайте посмотрим. Вау! А Мише попался Цветан. Он в мультике стал уже королем. Представляете? Ну, давай еще. Потому что... Я сам там что-то... Ну, давай еще что-то откроем. А что нам еще открывать? Давайте ребятам покажем, как... Ребята, вот такой еще Лего Ниндзяго набор продается. Вот такой. Вы можете его купить. Но это не набор, а Лего Человечек. Так. Что ты там еще открываешь? Мы уже этот пакет открывали. Ну, давай скажем ребятам пока. Итак, подписывайтесь пока на наш канал. Заходите, пишите «Молния кружится» и заходите на мой канал. И мой...